что мы постоянные пользователи общественного транспорта, приходится очень много ждать. Маршруты есть, но, может быть, они не совсем удобные. В общем, и качество автобусов тоже оставляет желать лучшего. В общем, конечно, я лично за преображение общественного транспорта, за его улучшение, качество, количество. В общем, все это не зря, все это нужно. Необходимо в городе развивать транспортную сеть, потому что очень много людей пользуются транспортом, в том числе школьники, студенты, пенсионеры, то есть люди, которые не имеют возможности ездить на личных автомобилях. Их это просто необходимо. Важно, нужно доехать до работы в комфортных условиях. Не хватает трамваев тех же. Очень много людей стоят на остановках, и утром невозможно уехать. Пора менять автопарк наш. Тут очень много народу пользуется общественным транспортом. Удобно, но не хватает. Вот какие нам нужны маршруты, допустим, 61-й, его очень долго ждешь, и хотелось бы побольше их. Большинство людей, они ездят на общественном транспорте, потому что как бы машины – это все-таки дорогостоящая такая вещь в наше время. И поэтому общественным транспортом пользуются практически все люди. Вот, и я думаю, что это нужно будет для всех в целом, для нашей Самары в целом.